В зале картинной галереи состоялось собрание Союза промышленников и предпринимателей Люберецкого района. Встречу провели в день их профессионального праздника. О том, какие темы подняли на заседании, расскажет наш корреспондент. Перед встречей для участников собрания провели экскурсию по музею и показали экспонаты 19 и 20 веков. Здесь кушетка Бонапарта, зеркало мадам Помпадур и другие редкие вещи. Так предприниматели поздравили с их профессиональным днем. Глава городского округа выразил отдельные пожелания по поводу праздника. Значит, нужно как-то на самом деле этот праздник сделать праздником. Потому что я вам скажу по секрету, в базе, чтобы кто ни говорил, значит, это экономика, это деньги. А это делают вот такие парни, девчонки, которые собрались в этом зале, потому что труд предпринимателя, он сложен, я скажу, это загрузка колоссальная. К поздравлениям присоединился Роман Терюшков. Министр физической культуры и спорта Московской области подчеркнул, что администрации важно помогать предпринимателям. Отметили на собрании год пандемии. В период самоизоляции многие предприятия прекратили свою деятельность. Вы, спасибо большое, выставили, Владимир Петрович, тоже мы общались тогда еще с вами, что многие предприятия не остановили свою работу, помогали и волонтерам, и всем. Это ваша заслуга, то, что вы создаете и даете рабочие места жителям, и их настроение напрямую зависит не только от заработной платы, но и от того, что делает город, а он делает на ваши налоги. На собрании подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории округа между акционерным обществом «Энергоконтракт Томилина» и Люберецкой администрацией, а также предложили упростить процедуру включения товара в реестр российской промышленной продукции. Ну зачем такая длительная процедура? Это же издевательство над людьми. Вот я сейчас держу 3 человека, чтобы у меня собирали документы. Вот вместо того, чтобы они занимались производством, они у меня собирают документы. Помимо итогов 2020 года, на собрании обсудили и планы работы люберецких предприятий на 2021 год. Айтадж Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.